мы помогаем стартапам привлечь инвестиции. Ну, не просто привлечь, а подготовиться к питчу, правильно составить презентацию, правильно подготовить свой бизнес-проект к тому, чтобы инвестор его услышал. Погнали! В приложении «Как гулять» все собрано в одном месте. Это элемент социальной сети, пользователи знакомятся, общаются, добавляются в друзья. Я представляю проект «Фейк». Наш сервис предоставляет защиту от подделок. Я представляю проект «Весомый лайк». Личные микрофоны без рутины. Мы со своей стороны тоже даем обратную связь, помогаем упаковать проекты к привлечению инвестиций. А вы просто сами занимаетесь проектом? Это вопрос риторический. Не надо сейчас на него отвечать. Не совсем понятно, как он связывается с целевой рынок и метрики. То есть вы вырастете, когда у вас пользователей будет там 10 тысяч, там 100 тысяч, а у вас будет 10 тысяч. И с радостью готовы будем обсуждать дальнейшие шаги работы с теми проектами, которые победят в нашем небольшом таком конкурсе. Сейчас проекты тоже пришли на разных стадиях. Кто-то еще не получил первые продажи, кто-то получил грант, то есть кто-то уже получает деньги. И все они пришли с единой целью – это расти еще больше, несмотря на то, что происходит в стране, несмотря на то, что экономика, может быть, стагнирует. Мы верим, что за стартапами будущее. И именно стартапы смогут изменить какую-то экономическую ситуацию в стране. Поэтому мы ищем те проекты, которые изменят этот рынок, и мы хотим остаться вместе с ними, со своими деньгами, и расти вместе с ними. Вот. И есть успешный опыт, и поэтому мы верим в то, что действительно это будет работать. И это работает. Спасибо организаторам, всем, кто пришел, и команде вам тоже огромное спасибо, потому что я испытал жуткий стресс, когда мы просто начали переделывать это все. И я уже сейчас понимаю, что мне нужно недели 2 или 3, чтобы переделать даже презентацию для, учесть то, что то, о чем вы говорили. На самом деле безумно круто, максимально ценно. Таких мероприятий хочется побольше. Первый раз выступал, в аудитории, можно сказать, что мне очень понравилось. Рождается истина, поэтому такие мероприятия, чем чаще, тем лучше. И мы, молодой коллег, благодарим за то, что вы позволяете участвовать в таких мероприятиях. И вот так вам лично